друзья, вашему вниманию хочу показать агрегат такой своеобразный, DS100 называется. Покупал я в Боярке. Получается, фирма называется Дровосек. Станок DS100. Ну, рубает. Как по мне, то отлично. Рекомендую, в принципе, ребят. Почему? Потому что год назад он отработал нормально. Перелопатили мы довольно-таки хорошие объемы. И была вышла со строя, так сказать, шестеренка малая. И позвонил ребятам, объяснил ситуацию. Ребята бесплатно выслали, короче. Поэтому появилась идея снять такой ролик. Ребята работают, стараются, делают. Работает, доволен. Поэтому, ребята, и вам рекомендую. Ну, как-то так, спасибо.